Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук, и я приветствую вас на канале «Канадская деревня». В этом видео я хочу с вами поделиться очень приятной, неофициальной покамест новостью. Но перед тем, как я вам эту новость поведаю, я хочу вас попросить, первое, поставить лайк, и чтобы распространить мое видео, если можете, чтобы как можно больше украинских беженцев посмотрело это видео. Второе. У меня очень много других видео по беженству в Канаду. Поройтесь на канале, пожалуйста, смотрите и подчеркните для себя что-то. Значит, третье. Я еще раз призываю, я в предыдущем своем видео про беженство призывала всех ехать в Канаду. Еще раз призываю взрослые люди, да, любых возрастов, дети, старики, молодые, нуждающиеся в помощи, люди больные, люди с какими-то отклонениями, детишки особые, все родители детишек особых, все получайте визы и едьте в Канаду, если вы этого хотите. Ну, хотя бы получите визы, чтобы уже иметь эту возможность уехать, когда там будет не в моготу. Вот эта виза там действует, я не знаю, сколько, 3 года вам дают, и за эти 3 года можно въехать. Но переходим теперь к отличной, неофициальной покамест новости. Члены парламента, некоторые члены парламента стали прессовать Трудо, чтобы он ввел закон, дающий право украинским беженцам иметь статус постоянного жителя Канады. Так что я считаю, что в скором будущем этот статус украинские беженцы обретут. И без каких-либо там условий, и это будет, я как и говорила, предполагала в своих других видео, что для украинских беженцев, я 100% уверена была, что придумает какую-то программу, чтобы вы здесь остались и получили статус постоянного жителя Канады. Так что я считаю, что это очень хорошая новость. И я считаю, что скоро она будет в силе, потому что очень много членов парламента наседают на Трудо. Так что вот так вот поздравляю всех и передавайте, кто вас еще будет страшать, нерадивые, недальновидные блогеры, кто вам будет говорить, отговаривать не ехать в Канаду, говорите им, чтобы они немножко подучили даже Канаду. Всего доброго, спасибо за внимание. Еще раз прошу вас, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока.